Работы еще предстоит немало, и эта работа будет связана не только с выступлениями, заключениями, резолюциями Всебелорусского народного собрания, но и будет связана с материалами доклада президента и выступления его на этом собрании. Должен сказать, что мы проводили исследования, хотя их не назовешь исследованием, это уже, можно сказать, глубокое изучение настроений в нашем обществе. 10 тысяч человек, но это в 10 раз больше, чем обычно социологи исследуют по тем или иным вопросам группы людей. Проводилось два этапа. Первый этап мы взяли практически чисто городское население. Предприятия были исследованы среднего уровня по настроениям, среднего уровня, то есть не самые преданные, так сказать, власти, ну и не самые оппозиционные, взяли середину. Так вот, это был первый этап. И второй этап, вот последнюю неделю после моего обращения к людям, чтобы они ответили на вопросы. И там мы исследовали население, начиная от сел и деревень и заканчивая городом Минском. Сейчас заканчиваем обобщение этого материала. Особенно для меня это было очень важно, потому что выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что-то, не зная глубинных настроений в обществе, ну, это очень сложно. Поэтому было проведено изучение настроения наших людей. Были задействованы иностранные социологические службы. Они будут прежде всего подводить итоги. И наши работали государственные, частные социологические организации. Поэтому, я думаю, объективность будет самая высокая. Но я это говорю прежде всего сейчас для того, чтобы поблагодарить наших людей. Наши люди просто молодцы. Я очень благодарен людям за то, что они приняли участие в этом исследовании. Это будет иметь большое значение на выработку будущих программ и на будущее движение нашей страны в том или ином направлении.